Друзья, вот такие вот новости от моих партнеров компании Pride. Вот такие замечательные купоны мы подготовили для вас. Будут на этапе в Нижнем Новгороде, будут да просто у меня с собой. Поэтому, если вам нужен профессиональный инструмент от компании Pride, это John Sway, Ombre и Torvik, подходите, обращайтесь, и вот эта скидочка будет вашей. Ну, класс. Значит, ситуация с турбиной следующая. Она в целом жива, бодра. Вот. Вовремя мы заметили неисправность, ее начали предотвращать. Буквально в прямом смысле, прямо сейчас идет операция по, так сказать, ее реанимированию в турбоклиник. И все должно пройти успешно. Поэтому сейчас еду, покупаю еще в эконометр, нам нужно кое-что сделать. И в целом, думаю, все будет хорошо. Но это не точно. Я тут, кстати, затариваюсь в магазине, где, собственно говоря, и продают Ombre наборы. Смотрите, какие они офигенные просто. И 10%, вы сами понимаете, как бы, да, это серьезная скидка. Также здесь есть и John Sway. То есть тоже понимаете, 10% это практически 3000 рублей, поэтому купоны сильно актуальны. Ну и, конечно, Torvik. Кстати говоря, Torvik, вот именно таким набором 18200 я пользуюсь непосредственно на этапах при ремонте Жига Царя. Поэтому давайте, возвращайтесь назад в сторисы, забирайте купончики, я, кстати, могу вам его и прислать, и покупайте правильный инструмент. Так, тут, короче говоря, такая история. Вот такой подарочек пришел. Посмотрим, что это такое. Так. Так. Хорошо завязано. Как вы думаете, что это у нас такое? Опаньки. Не так. Вот так. Ага. Ну. Так, ребята, посмотрите, сколько у нас здесь продукции Turtle Wax VD40 под конкурс, который мы проведем сразу же после этапа. Но это еще не все. Здесь тоже подарки для победителей. Так что не пропустите. Это еще не все. Мы с партнерами вам также приготовили подарки на этапе в Нижнем Новгороде. Вот такое количество и запас VD40. Также от Turtle Wax здесь всякие вкусняшки. Так что не пропусти. Продолжаем готовиться к Нижнему. На очереди у нас футболки. Вот эти вот наши новенькие, совместно с Trailhead'ом. Кайф, они просто пушечные. У нас будут все абсолютно размеры. Абсолютно все. Ну что, обстановочка у нас вот такая. Мы уже в пути. Рядом здесь с Владимирской областью, где-то тут. В общем, едем, все по красоте. Техничка здесь полностью загружена. Тачка на стиле. Все вообще круто. Женек только не на стиле. Женек, пора менять майку. Футболку. Там в техничке лежат. Скоро выдам.